Кремле прокомментировали ситуацию со свалкой в Волоколамске. В Кремле не берутся оценивать сложившуюся ситуацию вокруг мусорного полигона Ядрово в подмосковном Волоколамске, считая это компетенцией МЧС и региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент Лента.ру. По словам Пескова, Кремль следит за историей со свалкой и поддерживает постоянный контакт с руководством Московской области. Но что касается характера этой ситуации, чрезвычайной или не чрезвычайной, то вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки. Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС, сказал представитель Кремля. Он добавил, что местные власти пытаются решить проблему, но сделать это за один день невозможно. Администрация Волоколамского района планировала ввести режим ЧС в муниципалитете. Позднее вице-губернатор Подмосковья Александр Чепраков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что это преждевременная мера, и вводить его пока не будут. По словам чиновника, действует режим повышенной готовности. Жителями начали выдавать респираторы и маски. На свалке круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и работники полигона для предотвращения выброса свалочного газа. После того, как 21 марта несколько десятков школьников обратились к врачам с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту и носовое кровотечение, жители Волоколамска потребовали от местных властей закрыть мусорный полигон. Несколько недель в городе проходит акции протеста. Своего поста лишился глава района Евгений Гаврилов. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.